Хочу добавить еще информацию, как проверить о том, сколько пробег этого принтера. Вот. Есть старенький принтер Hewlett Packard 1600. У него есть такая кнопка вот здесь. Она же индикатор режимов. Вот. Если на эту кнопку нажать и подержать ее несколько секунд, запустится тестовая печать страницы. На ней будет написано, сколько этот принтер страниц напечатал. Вот включился режим тестовой печати, о чем нам сигнализирует индикатор. Ну давай, печатай. Ага, оказывается, не несколько секунд надо подержать, а один раз нажать. Вот что. Короче, один раз нажимаем на эту кнопку, запускается режим тестовой печати. Вот такая тестовая страница вышла. Здесь у нас написано, собственно, что здесь реклама. Hewlett Packard. Принтеру очень много лет уже. Я не помню, с какого он года. Может, кстати, здесь и написано, с какого он года. Вот здесь написано, сколько он страниц уже отпечатал. Вот, print page count 191 072. Вот. Я спрашивал специалистов, говорю, такое количество страниц, это, наверное, означает, что он сильно старый. Они сказали, что это для него молодость. Этот принтер до миллиона страниц легко печатает. То есть, если, особенно если еще его провести ему сервисное обслуживание, нужно его разобрать, вытряхнуть оттуда пыль, грязь, то, что с тонера сыпется с картриджа. И смазать шестеренки, можно поменять ролик захвата и тормозную площадку, и он будет служить еще столько же, сколько он служил до этого. Всем пока.